К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды, радуг, конфетти. Мы друзья всех сильнее. Автор идеи Иджинио Страффи. Улыбнись скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Эй, подруги Винкс, мы летаем вместе. Эй, подруги Винкс, если сильно ты веришь, если с тобой мечтаешь. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. На «Зените» родители Текны дали Тиме спектрографический локализатор, а потом поблагодарили специалиста, дочь и Винкс за смелость во время битвы. Теперь Винкс должны активизировать локализатор. Чтобы сделать это, Текна и Тиме должны подумать вместе. Музыкальное кафе. Итак, Винкс, я знаю, как поднять наши силы на следующий уровень. Просто называйте Морфикс предметы, которые вам нужны. Гимнастический батут. Моя очередь. Эластичная лента. Попробуй другое упражнение. Вот так, а? Прыгалки! Привет, Муза! Привет! А Ривен тренируется. Снова. Привет, Ривен. Привет. Бедная Муза. Ривен так прохладен с ней последнее время. Морфикс Цали! Зачем ты это сделала? Мне надоело, что ты меня игнорируешь, Ривен. Ты только и делаешь, что бросаешь бумеранг. Это единственное, что для тебя важно. Ты меня совсем не видишь. Ну? Я вижу открытую цель, произносящую мое имя. А теперь прости, мне надо сосредоточиться. Так что поговорим позже. Муза, подожди! Прости, мне надо побыть одной. У Лайлы есть спортзал, у Флоры оранжерея, у Стеллы бутик. Даже Ривен увлечен своими глупыми тренировками. Как дела? Привет, привет, Муза! Привет! Мне нужно направить на что-то свою энергию. Чем-то заняться. Откуда доносится эта красивая музыка? О! Ничего себе! Что это за место? Похоже, его не использовали очень давно. Боюсь, у нас плохие новости, девочки. Простите, что мы прерываем урок истории магии, но это срочно. Что происходит? Облачная башня полностью забрала волшебную силу у школы для одаренных магов на Оппозитусе. Теперь ясно, что с такой силой они точно попытаются напасть на Алфею. Точно. Но где нам взять магию, чтобы защитить Алфею от невидимой и перемещающейся в пространстве школы? Если вы хотите присоединиться к элите облачной башни, вам надо пройти проверку зеркалами Мельстрома. Какой позор! Что такое? Боитесь маленьких зеркал? Это так забавно! Я не боюсь! Хорошо. Тебе понадобится этот настрой, чтобы попасть в зеркало.
Что ж, посмотрите, сестры. У нас есть одна небесполезная. Ты встань к другим. А теперь, ведьмы, главное испытание. Угу. Нападение на Алфею! Кажется, эти инструменты волшебные. Похоже, их тут бросили очень давно. Муза! Пикси, вы видели эти инструменты? Муза, как фея музыки, ты пробудила их. Возможно, вы правы. Но это место надо восстановить. Я уже задумала очень многое. Давай! Тут может быть концертный зал или музыкальная школа. Она будет твоей, Муза. У этой комнаты много волшебного потенциала. Может, она даже поможет защитить Алфею. Ну что ж, Пикси, пора начинать. Муза, у тебя получилось! У меня идея. Я уже придумала, что я сделаю в этой комнате. Мы используем спектрографический локализатор, чтобы найти облачную башню. Другого способа остановить ведьм нет, но у локализатора нет нужного нам диапазона. Я тоже об этом думал. Это займет больше времени, чем мы предполагали. Продолжай работу, я пришлю свои расчеты. Мы скоро поговорим. Пока нам надо найти способ защитить Алфею. Я уже придумала. Я буду защищать школу музыкой. Точно, музыкой. Хочешь помочь? Винкс, я с радостью представляю музыкальное кафе Алфеи. Муза, это невероятно! Это идеальное кафе для живой музыки. Тут прекрасная акустика и много инструментов. Я больше не могу сдерживаться. Кажется, новые наряды. Не совсем. Каждому кафе нужен официант. И это не все. Музыка, пожалуйста. Давайте сделаем немного потише. Поздравляю, Муза. В твоем кафе идеальный официант. На самом деле, у меня тоже есть сюрприз. Привет, Винкс. Эти студентки хотят научиться играть на инструментах. А кто может научить лучше, чем сама фея музыки? Вы готовы, Винкс? Пусть звучит музыка. Отлично! Смотрите! Итак, девочки, расслабьтесь и протяните руки вперед. Ух ты! Как здорово! Ключ к гармоничной игре на музыкальных инструментах – это состояние разума. Сохраняйте спокойствие, и музыка придет к вам. Кико, будь осторожен. Муза, останови ее! Девочки, спокойнее, пожалуйста. Что? Ой. Исполняя произведение, помните, что вы и ваш инструмент – единое целое. Очистите разум от негативной энергии. Сосредоточьтесь на том, что вдохновляет вас. Идеально. Еще раз.
за это гениальная идея! Кафе и все инструменты — это все мощная волшебная энергия! Значит, мы можем использовать музыку, чтобы защитить Алфею? Похоже на то! Значит, нам надо работать особенно усердно над всеми выступлениями. Да. Ага. Мы сделаем это. Мы обещаем, Муза. Серьезно? Они думают, что им помогут расстроенные инструменты, чтобы отогнать нас? Я не знаю, сестра, музыка была, в общем-то, ничего. Мне надоели Винкс, их новые силы, спортзалы и игрушки. Все это надо разрушить, все! Может, Муза права? А теперь летающие цели. Ха! Неплохо, да? Я справлюсь лучше. Моя очередь. Ха! Как тебе это? Ха! 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 Она моя. Молодец, дружище. Очень близко. Знаешь, мне надоело быть хорошим. Давай выясним, кто тут лучший. Что скажешь, Скай? Ривен, а что это происходит? Что за постоянные соревнования? Это не соревнование. Почему никто не относится ко мне серьезно? Ты, я, здесь, завтра. Победитель становится лидером специалистов. Если ты так этого хочешь, Ривен. Ха. Но сначала... Пойдем и найдем Винкс. Я слышал, что Муза нашла способ защитить Алфею. Муза? А я, глупая, планировала, какую фею я уничтожу первой! Селина, сейчас же найди в своей книжонке, как нам пройти через их защитные шумы. Я совсем не против. Только необычные жалкие монстры, которые в итоге убегают от Винкс. Нашла. История об умном и коварном гноме, который жил на поляне в Алфее. Мне не нужны умные, мне нужны разрушительные. Кажется, ты не поняла. Он властелин всего лживого. А то, что он долго жил по соседству со школой фей, укрепило его иммунитет ко всем заклятиям. Продолжай. Жил да был злой гном по имени Румпельштильцхен. Легендариум! Румпельштильцхен, приказываю тебе зайти в школу Алфеи и украсть голос Музы. Я Румпельштильцхен. Я здесь не ради группы. Мне нужен источник мелодии. А, где же этот голос? Эй, не подходи ко мне! Это точно работа Трикс. Винкс, трансформация! Волшебница Винкс, Блумикс! Блум, фея пламени дракона! Лейла, фея пол! Флора, фея природы! Стелла, фея яркого солнца! Тетна, фея технологий! Муза, фея музыки! Ловите его! Морфикс Мегасеть! Волшебная цепкая лоза! Он даже не почувствовал нашего волшебства! Как он это делает? Красивый голос, я иду! Попробую магию инструментов! Как нам показала Муза! Ничего! Вы не виноваты! У него иммунитет на нашу магию! Световой сектор! Отдай! Нет!
Ему нужен голос Музы! Муза! Ривен! Что ты так смотришь на меня? Муза! Ты перестала петь песни охоту? Значит, я выполнил свою работу. И это все? Я чего-то не понимаю? Я не знаю. Муза выглядит расстроенной. Но непонятно, почему остальные в порядке. Что происходит? Румпельштильцхен, где ты? Ты должен был принести нам голос Музы. Да ладно тебе. Не было ни контракта, ни договора, ни подписи на нем. А? Я не припомню соглашение. Я ничего не понимаю. Ну, сразу видно, какой он умный, да? Уверена, он продолжит обманывать Винкс. Муза, мы во всем разберемся. Что происходит? Музыкальные инструменты в кафе получили силу от голоса Музы. Похоже, план защиты Алфеи сорван. Я даже не смог защитить ее. Я пошел. Муза, не беспокойся. Мы вернем твой голос, я обещаю. Да, мы вернем твой голос. Не успеешь ты сказать? Неважно. Винкс, я почти уверена, что Румпельштильцхен ушел в мир легендариума. Предлагаю последовать за ним. Прости, Муза, но без голоса ты не трансформируешься. Оставайся здесь, мы вернемся за тобой. Волшебница Винкс, Мификс! Мификс! Бум! Фея пламени дракона! Лейла! Фея Фоу! Лора! Фея природы! Стелла! Фея яркого солнца! Стефна! Фея технологий! У этого сада экстремальный уровень магической энергии. Может, это какой-то музей магии? Я думаю, он прячется внутри. Нет, вы не правы. Я внизу, ближе к травам. Вы нашли мой дом, как я погляжу. Но здесь, я скажу, вам нужно быть начеку. Итак, что привело вас в мое лесное жилище? Это... У тебя голос Музы, и мы хотим его вернуть! Боюсь, что это непросто. То, что есть у меня, я бесплатно не отдаю. Серьезно? Что это за нытье такое? Нам некогда играть. Просто отдай нам голос Музы! Вам ценное нужно мне что-то отдать, и я обещаю, споет она опять. Винкс! Он не должен уйти! Пламя Мификса! Девочки, мы ведь уже поняли, что наше колдовство не действует! Да, но теперь у нас есть кое-что получше! Сила Мификса! Точно! Маленькие феи, поймайте меня! Бегите за мной, лес не густой! Себя береги, под ноги смотри! Что такое? Лейла! Держись! Я так и думала, тут полно волшебных ловушек! Солнечный поток! А!
Зовите меня скорей, Румпельштильцхен, ну так веселей! Мы не должны тут задерживаться! Я тут, Блум! Набойся, Бум! Блум, сделай все, что можешь! Опоясывающее пламя! Да! Отлично! О, глупые феи! Думаете, можно поймать меня? Нет! В следующей серии даже без голоса Муза продолжает бороться, чтобы защитить Алфею от Трикс. Тем временем Винкс пытаются договориться с Румпельштильцхеном, чтобы вернуть голос Музы. Но за него им придется заплатить очень высокую цену. Договорятся ли Винкс и Румпельштильцхен? Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году. Вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды, радуга, конфетти. Мы друзья всех сильнее. Автор идеи Иджинио Страффи. Улыбнись скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Феи, подруги, Винкс. Мы летаем вместе, феи, подруги, Винкс. И если сильно ты веришь, если с тобой мечта. Режиссер Иджинио Страффи. Волшебные Винкс. Клуб Винкс. Найдя музыкальную комнату в Алфее, Муза открывает музыкальное кафе, надеясь, что волшебная энергия музыки поможет защитить школу от ведьм из Облачной башни. Но когда Румпельштильцхен украл голос Музы, Винкс следует за ним в мир Легендариума, чтобы вернуть ее голос и восстановить надежду. Гимн. Голос феи прекрасный такой! И теперь этот голос мой! Не сработало! Соберитесь! Румпельштильцхен не устоит перед силой конвергенции! Точно! Феи! Конвергенция Мификс! Какие глупые феи! Как вам объяснить? Оп! Сколько ни старайтесь, меня не победить! Наше волшебство совсем не работает! Мы не можем сдаться! Ты права! Мы еще ни разу не проигрывали монстрам Трикс! И сейчас не проиграем! Мы с Трикс вообще не работаем вместе! Я всегда один и на своем месте. В таком случае, может, мы убедим его? Наконец-то вы поняли, чего я желаю. Договориться друг с другом, и я предлагаю. Блум, по-моему, это плохая идея. Откуда нам знать, что он не обманет нас снова? Нам надо вернуть голос Музы. Она наша подруга. Мы должны ей помочь. Какие у нас варианты? И нам нужен ее голос, чтобы защитить Алфею. Бедные девочки, хотите подруге помочь? Я дам, что вы хотите, и уходите прочь. Правда? Обожаю получать то, что я хочу. Но этот голос, я вижу, очень дорог вам. Вы что-то дайте мне, тогда его я вам отдам. Но ты его украл. Я думаю, если мы так спасем Музу, то нам надо пойти на это. Ладно, пошли за мной. Мне нужно волшебное, редкое, что ценно вам,
как то, что в коллекции, которую видно вон там. Я не знаю, что можно ему дать. Но даже если мы ему что-то дадим, есть ли у нас шанс? Уверен, вы сможете что-то найти. Что-то, что вы могли бы за день принести. У нас нет ничего более редкого, чем эти реликвии. Не считая ключ от легендариума. Стелла! А? Да. Твоя идея мне очень нравится, фея. Ведь ключ от легендариума я пока не имею. Что? Ну, что, может, он слишком хорош для меня? Но решил я, не шутя, я не возьму ничего, кроме ключа. А? Какой требовательный. Посмотри на этот сад. Что нам теперь делать? Элдора? Девочки, послушайте. Элдора, мы здесь. Точно. Решите то, что для вас важно, и поступайте так, как считаете правильным. Что скажете мне? Вам уже пора решать. Я не из тех, кто любит долго ждать. Прости, но нам надо еще подумать. Но время так ценно мне и вам. Следите время по часам. Если мы говорим о добросовестной сделке, нам нужно больше времени, чтобы принять оптимальное решение. Точно, ладно, то, что она сказала. Но если затянете, наша сделка пропала. Так что не затягивайте с этим. Все будет хорошо, Муза. Она права, не стоит грустить. Винкс найдет выход. А вот и они. Винкс! Прости, Муза. Что нам делать? Они? Ну что ж, решено. Нам надо вернуть голос Музе. Без ее волшебной музыки мы не сможем защитить Алфею от Трикс и Облачной Башни. Но нам нужен ключ от Легендариума, чтобы навсегда запереть вредную книжку Селины. Это тоже верная позиция. Я уверена, что Муза не захотела бы рисковать всем волшебным измерением. Может, вы забыли, но мы так и не знаем, где Облачная Башня. У нас нет возможности подобраться к легендариуму, а ключ без этого бесполезен. Это непростое решение. А пока пойдемте найдем Музу и подбодрим ее. Может, мы поймем, что она думает по этому поводу. Так спокойно мне, меня поддержишь ты в любой беде. Ты окружаешь светом дружбы, мы с тобою подруги. Нет лучше друга у меня, чем ты. Сердца любви полны и доброты. Ты вдохновение даришь мне, ведь ты моя муза. Сегодня снова мир нам спасать, пусть музыка звучит. Не унывай, и пусть сердца поют, словно птицы. Руку мне дай, и магия мир спасет. Ура! Ура! Муза! Ты передала нам дар музыки. Мы хотели выразить тебе свою благодарность. Так держать, Муза! Что происходит?
Это сила волшебных инструментов и вдохновение музы. Мы еще можем защитить Алфею. Поздравляю тебя, муза. Знаете, эта песня отличный гимн для Алфеи. Музыкальный потенциал очень велик, но нам надо еще больше. Больше? Типа тубы или, может, органа? Нет, больше инструментов, более мощное выступление, ну, вроде концерта. У-у-у, концерт? Я участвую! Ладно, девочки, сотворим волшебство. Ты в этом уверен? Как я говорил, выбирай испытание сам. Победитель станет лидером специалистов. Ривен, ты сам не свой, ты такой... такой серьезный. Люди меняются, Скай. Ладно, шпаги. С легким оружием сила не так уж и важна. Главное, это ловкость. Мне не нужна твоя помощь. Я вижу это. Туше! Ты победил, я сдаюсь. Ты всегда будешь лидером специалистов, а я всегда буду вторым. Уважай себя. Битва была равной. Если бы ты не сорвался, ты мог бы победить. Дело не в этой битве, Скай. Как бы я ни старался, как высоко бы ни поднимался, я не бываю первым. Если я ничего не изменю, я никогда не достигну вершины. Ах, ты бесполезна! И книга бесполезна! Она просто дала нам какого-то надоедливого коротышку, который живет в лесу полном игрушек. Да он еще и не следует моим приказам. Никто не смеет ослушаться Трикс. Муза потеряла свой голос, да? Как вы и хотели. Теперь Алфея беззащитна без ее музыки. Это пока. Значит, нам надо напасть сейчас и разбить эти дурацкие инструменты, пока у нас есть шанс. Не беспокойтесь, сестры. У меня есть идея. Ведьмы, надеюсь, вы подготовились к сегодняшнему уроку. Еще бы. Скорей бы. Кто из вас назовет главные качества молодой ведьмы? Независимость. Амбиции. Могущество. Верно. А с могуществом приходит ответственность. Все выйдите вперед. Вас ждет новая сила. Готовы, сестры? Ох, ничего себе! Хочу узнать, сработает ли это. Ради их же блага. Надеюсь, сработает. Готовьтесь, девочки. Удар урагана. Сосульки иголки. Темный луч. Это заклинание неуловимости должно помочь. Наконец-то кто-то не убежит от Винкс. Эти ведьмы не пострадают от прямых нападений. Идеальный следующий шаг. Привет. Дафна, отличный будет концерт, да? Да, я всегда любила живую музыку. Это отличная площадка. Тут люди могут подружиться. Конечно. И это также, возможно, хорошее место для свидания? А, конечно. На концерте. Да, Дафна, останешь ли ты моей спутницей на концерте? Я боялась, что ты не спросишь. Итак, кажется, у меня есть все, что надо. Да. Готова? Вроде бы да. Оу, а теперь еще лучше. Еще немного. Внимание, зрители! Муза приглашает всех вас на новый концерт ансамбля музейного кафе. Давайте поприветствуем Винкс! Так, начинайте! Девочки, молодцы!
Давай, Лейла! На этом концерте к ним присоединились Рокси и студентки-музыканты. А сейчас гимн Алфеи. Муза, прошу. Этой магии хватит, чтобы защитить всю школу. С нашими новыми силами Винкс с нами не справится. Пусть феи замолчат навсегда. Это ведьма! Ведьмы из облачной башни! Как мило, что они прибыли на концерт. Увы, я не думаю, что они здесь ради него. Волшебница Винкс! Блумикс! Винкс, нужна наша помощь! А! Бежим, Некс, их надо поддержать! Вперед, Винкс! Разберемся с ними! Подумаешь, да это же просто кучка учениц Трикс! Девочки, сосредоточьтесь! Да, нам надо двигаться быстро и защитить школу! Попробуйте, поймайте нас, Винкс! Вулканическая атака! Водный удар! Сиреневая воронка! Мне кажется, у нас была какая-то цель атаки. Точно! Уничтожить инструменты! Теперь наш шанс! Что здесь происходит? Наши атаки не действуют! А как Муза? Не пускайте их к сцене! Они неуязвимы! При прямой атаке удары проходят сквозь них! Ой, как мило! Выступление на бис! Цельтесь в сцену! Смотрите, Муза пытается собрать силу музыки! Боюсь, концерт окончен, фея! Наша сила! Что с ней стало? Уходим отсюда! Музыка победила! Да! Ура! Вперед, Винкс! А? Что? Подождите, Винкс! Посмотрите, вон там! Это Румпельштильцхен! Он точно пришел за ключом от легендариума! Мы ему не позволим! Но зрители любят нас! Мы ведь не можем их подвести! Оставь аплодисменты Музе! Пошли проверим ключ! Следуйте за мной, Винкс! На какие только жертвы не приходится идти ради команды! Здорово! Отлично! О, чудесно! Смотри, вы великолепны! Прекрасно! И Рокси! Сыграйте еще раз! Вы так прекрасно играете! Да. Сыграйте еще, пожалуйста! Это замечательно! Эти феи великолепны! Чудесный концерт! Спасибо! Муза, мы любим тебя! Муза, это было невероятно! Я серьезно? Даже без голоса ты устроила великолепный концерт! Ты спасла Алфею! Я бы хотел быть хоть наполовину таким чудесным, как ты! Я не смог спасти твой голос. Я не поддержал тебя, когда он пропал. Ты заслуживаешь лучшего.
Все чисто. Сейф выглядит нетронутым. Наша Элдора умеет колдовать. Тогда вернемся на концерт. Я вас перебиваю? Что ты тут делаешь? Боюсь, время вышло, пройдя стороной. Дайте мне ключ или же голос мой. Отличные новости. Новый гимн Алфеи уже в хит-парадах. Уже есть ремикс. А что касается вашей дилеммы, девочки, помните, что важно для вас. Слушайте старушку, она ведь умна. Принять вас решение призывает она. Муза рисковала всем, помогая нам, даже потеряв голос. Потому что она наша подруга. А друзья всегда так поступают. Нужно помогать друг другу в тяжелый момент. Ну вот и все. Мои дела сделаны. Я сейчас отдам вам голос, и мне уже пора. Муза, я хочу тебе кое-что сказать. Я должен поддерживать тебя каждый день, помогать тебе и защищать тебя, как специалист и как твой парень. Сейчас я, к сожалению, не способен ничего этого делать. Ривен! Муза, твой голос! Он вернулся! Похоже на то. Я не могу поверить! Ривен, у нас были разные времена, и уже ясно, что нам не суждено быть вместе. Но знай, ты всегда будешь моим героем. Видимо, мне надо понять, как стать героем для самого себя, если ты понимаешь. Ты всегда меня понимала, Муза. В глубине души я знаю, что это будет лучше для нас обоих. А пока будем просто друзьями. Твой голос вернулся! Сработало! Пойдем, Муза, все тебя ждут. Нам надо отпраздновать. Ривен, ты идешь? Простите, ребята, не в этот раз. Ривен, куда ты идешь? У меня есть работа, и я должен сделать ее сам. Стой! Я что-то пропустила? Ты уходишь? Но совсем? Угу. Удачи, Ривен. Мы все равно с тобой. И всегда будем. Еще увидимся. До свидания. Угу. В следующей серии крепость Хогар захвачена Трикс, и Хаген вынужден подчиниться ведьмам. Тем временем Текна и Тимми пытаются понять, как активировать спектрографический локализатор, чтобы можно было вновь увидеть облачную башню. Узнают ли они ответ, прежде чем облачная башня нападет? Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году. К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Автор идеи Иджинио Страффи. Улыбнись скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Феи, подруги, Винкс. Мы летаем вместе, феи, подруги, Винкс. И если сильно ты веришь, если с тобой мечта. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. Чтобы вернуть голос Музы, Винкс отдали Румпельштильцхену ключ от Легендариума. Дружба вновь побеждает, но проблема, как закрыть Легендариум, все же мучает Винкс. Тем временем Муза и Ривен расстались, чтобы Ривен мог
восстановить свои внутренние силы. Легендарная дуэль. Волшебная школа кузнецов теперь официально под нашим контролем. И они ничего не смогут сделать. Давай, Хаген, преклонись перед силой Трикс. Как кузнец компании Света, я никогда не поклонюсь вам, темные ведьмы! Никогда! Ой, смотри, ты на коленях. Теперь, когда у нас есть сила волшебной стали, мы сможем победить Алфею раз и навсегда. Оказалось, что спектрографический локализатор не так просто заставить работать. Нужно настроить локализатор, используя спектрочувствительный потенциометр. Это единственный способ сделать облачную башню видимой. Отличная идея, Тимми. Я начинаю. Удачи! Активирую потенциометр. То есть? У нас проблема? Румпельштильцхен – самый жадный и упрямый гном во всей истории легендариума. Так что ключ вернуть будет непросто. Вам придется постараться. Мы должны это сделать, Дафна. Ключ от легендариума – единственный способ запереть книгу. Подвалы Алфеи полны волшебными предметами. Поищите что-то важное там. Я пойду за Стеллой. Думаю, если она не здесь, она... В своем модном бутике. Ну, что думаешь? Какое чудесное платье. Ну, можно добавить немножко больше яркости. Больше ты не спрячешься, Стелла. Хватит играть в игры. Что-то яркое? А если вот это? Ой, Стелла, именно это я и хотела. Метаморфозы – моя фишка. Ну надо же, я знала, что тут что-то происходит. Ой, Гризельда, вы, наверное, думаете, что это за одежда? Какой приятный сюрприз. Эти платья просто шикарные. Правда? Вы не злитесь? Потому что я думала точно, что вы будете... Вовсе нет. А есть перья моего размера? Конечно. Сейчас будут. О! Я великолепна, если я могу о себе так сказать. Привет, Стелла. Ты здесь? Мы все идем в подвал, чтобы... Значит, я могу использовать свою комнату как модный бутик? Но она наверху. Но, Стелла, как же тебя заметят покупатели? Тебе нужно больше рекламы, а я расскажу о бутике всем нашим студентам. Класс! Продолжайте. Та-дам! Следуйте за мной, Винкс, мы на месте. Здесь? Да. Секретные комнаты Алфеи, где хранятся все секретные объекты. А где конкретно? Смотрите! Здорово! Невероятное место! Видите? Три чемпиона Алфеи. По легенде, они самые сильные феи во всей волшебной истории. Если вы рассмотрите их внимательно, вы вспомните их по урокам волшебной истории. Пламенная Рес! О, водная Шавон! Ветряная Фарсалия! Займемся делом. Нам надо найти что-то, чтобы обменять на ключ. Дафна и Лейла, начните искать там. Фикси, рассредоточьтесь! Как я выгляжу? Стелла! Флорен, сделай что-нибудь! Вот, надень это! Так шикарно и супермодно! Посмотрите на это! Такие красивые и блестящие! Ой! Может, это волшебный камень? Что происходит? Быстрее, положи его! Это скоростной камень!
случай. Помогите! Я все исправлю. Морфикс, подушка. Что ж, мы нашли опасные предметы, и теперь мы ближе к тому, что нам нужно на самом деле. Вы звали? Да, время пришло. Ведьмы, мы готовы завершить нашу захватническую миссию. Ого, мы невидимые! Благодаря волшебной энергии, которую мы аккумулировали, у вас теперь есть та же невидимость, что и у облачной башни. Волшебная невидимая армия. Лучший способ покорить Алфею. Что это? Нет! Бегите, феи! Напомните, куда бы вы ни побежали, мы всегда будем за вашей спиной! Неопознанная атака! Это точно Трикс! Тогда пора использовать самое мощное защитное заклинание. Что происходит? Нас атакуют! Но купол Алфеи защитит нас! Давайте, девочки, проколем их пузырь! Как это возможно? Купол может быть деактивирован только изнутри. Нам нужна помощь. Вызовите специалистов и паладинов. Пусть поспешат. Все бегите внутрь! Быстрее! Скорее бежим! Побежали! Игра начинается, Винкс! Волшебница Винкс! Блумикс! Блум! Фея пламени дракон! Фея волн! Стелла, фея яркого солнца! Дафна, нимфа Сиреникса! Красная сфера дракона! Ты звала? Мы прилетели. Спасибо, Скай! Пока, Брэндон! Слушайте, я поняла, как включить эту штуку! Попались! Пошли, девочки, уходим! Могущественный Ашерон! Скоро я освобожу тебя из заточения. Мне нужна лишь искра от пламени дракона Блум. Селина, с кем ты говоришь? Ни с кем, Айси. Я репетирую свои заклинания. Хорошо, потому что тебе пора показать всем, на что ты способна. Положение было рискованным. Я хочу поблагодарить вас всех за спасение Алфеи. И спасибо тебе, Текна, ты много работала над задачей. Спасибо. Но я бы не справилась без Тимми. Не двигайтесь, феи. Мы, Трикс, пришли к вам с миром. У нас есть для вас предложение. У вас нет права. Партизанская война не понравится никому. Поэтому мы предлагаем дуэль. Ваша самая сильная фея против нашей самой сильной ведьмы. Вы что-то скрываете. Вы никогда не играли по правилам. Мы учились у лучших, директриса Гриффин. Значит, победитель определяет судьбу проигравшей команды. Сестры, оказывается, тут есть и умники. Блум, как фея пламени дракона, ты самая сильная фея.
Но я не могу просить тебя рисковать жизнью. Не надо просить, мисс Фрагонда. Я сделаю это. Видимо, сразимся ты и я, Айси. Не смотри на меня так, Блум. Я не буду представлять облачную башню. Твоим оппонентом будет Селина. Селина? Посмотрим, какую волшебную легенду мы используем. Я уже вызвала троллей, чтобы захватить Пикси из Глумивуда. О, вот это подойдет. Три феи, чьи подвиги передаются из поколения в поколение. Легендариум! Пламенная Рес! Водная Живон! Ветряная Фарсалия! Уничтожьте фей Алфеи! Селина! Блум, мы встретились снова. Мы дружили, Селина. Что случилось? Я повзрослела. Вот что случилось. Ха! А! 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 Я не верю тебе, Селина. Вулканическая атака. Чемпионы Алфеи! Или скорее их статуи. Они ожили. Гриффин была права. Эти ведьмы не следуют правилам. Световой спектр! Удар хлорофила! Надо их остановить. Эй, ты! Здесь никому не нужен твой пульверизатор. Ха-ха! Водный удар! Да! Отлично! Получилось! Командная работа! Эй, ты! Я здесь! Лайла! Мы их не остановим. Есть идеи, что нам делать? Дафна! У этих фей были слабые места. Нет, они считали себя настолько сильными, что отказались от волшебной связи с Пикси. Тогда используем связь фей с Пикси, чтобы сделать их более сильными. Но у нас есть всего 6 фей. О, Дафна, что мы будем делать? Нам конец! Помните, что сказала Блум? Это безумие! Это плохие новости! Будто Пикси больше не существует в волшебном измерении. По-моему, другие Пикси застряли в мире Легендариума. Если на их деревню напали тролли, тогда мне надо отправиться в лес Глумивуд и оттуда выйти в мир Легендариума. Это опасно, но, возможно, сработает. Лейла, берегись! О! Стоп! Никто не может покинуть поле боя. Правда? А мне кажется, пора тебе уйти, Айси. Я! Некс! Нет! Я! Будь свободен! В Глумивуд! И я с тобой. Как странно видеть пустую деревню Пикси. Некс, ты был таким смелым! Что? А ты ожидала чего-то другого? Удачи там. Не беспокойтесь за меня. Я скоро вернусь. С вашими друзьями. Волшебница Винкс, Мификс. Мификс, без конца играя магия. Лейла, фея Боу. Мификс навсегда. Интересно, где они? Они должны быть где-то здесь. Сюда? Выглядит знакомо. Ну же, Пикси, где же вы? Я знаю, это древо жизни. Но тут нет деревни. Где могут быть Пикси? Я что-то чувствую. И чувствую все сильнее. Пикси заточили в этом дереве. Я нашла их.
Тролли-охранники! Вас-то я и ждала! Ауроморфица! Водяной луч! Вам еще не надоело? Видимо, нет. Поднимающий воду луч! Получилось. Лимфей, Пикси! Я пришла освободить вас. Вы там? Поговорите со мной. Мы здесь, Лейла, пожалуйста, выпусти нас. Рывок Морфикса. Теперь твои корни свободны от мира Легендариума. Ты можешь вернуться домой. Лейла? Это чудо! Надо это отпраздновать! Нет времени! Мне нужна ваша помощь! Ваша связь с феями Алфеи даст им достаточно сил, чтобы победить статуи трех чемпионов! Чемпионы Алфеи? Это очень серьезно! Но мы справимся! Пора тебе сдаваться, Айси! Пока нет, Блум. Но скоро занавес над Алфеей закроется навсегда. Лейла, у нее получилось. Пикси свободны. Соберите всех студенток скорее. Что это? Какая-то новая пыльца фей? Бежим! Это сила дружбы, девочки. Что? Но как это возможно? Отступайте, Трикс. Вы проиграли. Пока рано. Блум и Селина все еще сражаются. Пока не поздно, Селина. Ты еще можешь покинуть ведьм. Сдавайся, Блум. Мне нравится, кем я стала сейчас. У меня есть силы. Есть ведь не только темные силы, Селина. Я знаю, что внутри ты добрая. Я получила, что хотела, Блум. Поздравляю, ты выиграла. Что было нужно Селине? Что сейчас было? Трикс! Селина отступила, а значит, я победила. И как победитель, я требую, чтобы вы ушли сейчас же. Что? Селине придется объясниться. Блум! Ты молодец! Я даже ничего не сделала. Селина просто улетела. Селина, что на тебя нашло? Да здравствует Лейла! Без тебя бы мы ни за что не спаслись. Знаешь, Некс, когда Айси ударила лучом в твою сторону, Лейла, я чувствовал то же, когда ты отправилась в Легендариум.
Я боялся, что ты... А теперь ты счастлив? Ты даже не представляешь, насколько. Могущественный Аширон! Наконец-то время пришло! Скоро ты выберешься из этой книги и вернешься в реальный мир ко мне! В следующей серии Винкс продолжают искать волшебный предмет, который они предложат Румпельштильцхену в обмен на ключ от легендариума. Но время на исходе. Наконец, Элдора предлагает идеальный выход. Но теперь, когда Аширон освобожден из легендариума, ключа для спасения волшебного измерения уже мало. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году.